Вчера пришло, значит, сообщение на почту, что рейс мой Philippine Airlines на 21 марта из Сибу до Бангкока отменен. Вот я приехал в аэропорт узнавать, что как. Вот здесь такое происходит. Ситуация такая, сейчас возвращаюсь из аэропорта домой, вот, и меня, возможно, посадят сегодня ночью на рейс до Бангкока, если будут места в самолете. Я 15-м в очереди записан. Если будет 15 мест пустых, кто-то не придет или что-то там такое, то я улечу сегодня в Бангкок, буду пытаться сегодня вылететь. Дела. А с завтрашнего дня все полеты отменены. Международные Сибу, Philippine Airlines отменены. В общем, рейсов, считай, нет уже. Последний шанс самому выбраться. А вот тут едем сейчас по мосту. В общем, удалось мне на рейс зарегистрироваться. Но сейчас потом расскажу. Сейчас сначала вот тут, в общем, бухло все теперь нельзя, не продается. Все закрыто. Вот бухло в duty free. Короче, закрыто все. Вот. И в Сибу уже ничего не купишь. Бухла нет, где все закрыто. 7-Eleven закрыто все. В Робинзоне, в большом супермаркете закрыто. Вот. Сейчас какое число тут? 19-е. На последнем рейсе улетаю из Сибу в Бангкок. Это прям просто я счастливчик. А вот это почему-то открыто. Всякая херня, косметика. Фу, я сейчас в шоке просто вообще. Просто, не знаю, просто счастлив. Счастлив, что я отсюда улетаю. В общем, что было? На последний рейс из Сибу люди стали приходить, и с отмененных рейсов, которые завтра, послезавтра, они все там отменены, и как бы проситься, чтобы на последний рейс посадили. Вот. Значит, там составили список, вот сегодня утром я ездил, я уже, наверное, рассказывал, составили список там, людей записывали туда. Вот. У тех, у кого был куплен билет там какие-то 20-е, может, там 21-е, короче, которые дальше. Вот. Ну и там, видимо, еще люди просто, которые вокруг вообще не было билетов, тоже приходили. Вот. Ну и как тут хитро устроено было. Вот сейчас я приехал в аэропорт уже улетать. Не улечу, не улечу. Там говорят, что если места будут в самолете, кто-то типа не придет и зарегистрируется, тогда типа пустят, как пустят из этого списка людей. Вот. Ой, это кажется мой. Вот. Получается, что они, значит, решили там подзаработать и стали просить оплачивать этот билет. Даже тех, у кого уже были билеты там, на другие рейсы, на отмененные, все равно, значит, с меня вообще хотели собрать где-то $700, больше $700 за билет до Бангкока. Но я как бы так... Народ там оплачивал, короче. Я попросил, типа, какого хрена, я типа билет-то покупал не через посредников, а напрямую с сайта.
какого хрена так делать? Ну, я говорю, у меня, говорю, там, с глазами проблемы, короче, типа. Ну, и, в общем, меня пустили бесплатно. Вот, ладно, все, следующее будет включение из Бангкока. Надеюсь, там проблем не будет никаких. Конечно, жесть полная, просто в шоке. Приеду в Бангкок, наверное, нажрусь. Надо будет этим нажраться. Потому что это просто жесть, короче, вообще. Все, что происходило у меня последние, не знаю, 5 дней, наверное. Все, вот стою на посадку. Сейчас надеюсь, какой-нибудь сюрприз еще не будет. Места мне хватит или еще что-нибудь в самолете. Тут там сейчас бабки рубят. Конкретные бабки. По $700 за билет, бля. Тут еще прикол, значит. Вот зачеркнули мне место, другое почему-то дали. Тут, видишь, какой-то бред творится. Получается. Вот, сейчас надеюсь тут. Все, вот иду садиться. Все, ладно, снимать не буду. Тут уже. Прямо сейчас я что-то сижу в самолете. Такой у меня расслабон сейчас Take tape around your waist. Но им никто не сказал. Push end to buckle. Можно лететь. Pull waist tape to tighten. Ну, я сам не знал. When outside the aircraft, pull down sharply the inflation cord at the lower end. If life vest fails to inflate, blow into mouth tubes. Ну так. Push pin inwards to release air. Еще лишних по $700. Do not inflate your life vest inside the aircraft. Круто. The lamp will automatically activate when the battery is immersed in water. Ну что, вот плюс вот Филиппины Airlines. Короче, можно венцо подбухивать. Вино и пиво тут нагревают. Выдают много. Взял. Что нормально. Скоро уже Бангкок. Думаю, сейчас насколько остаться в Паттайе. Пробовать менять билет с 26 марта на какой-нибудь 23-го, допустим, 24-го или нахуй до 26-го отдохнуть. Что-то я так устал вообще от геморроя этого. No, I won't. Так что, не знаю, наверное, даже до 26 побуду в Паттайе, отдохну. Хотел добавить, короче, что пытался через интернет, через форму на Philippine Airlines сайте отправить сообщение, там, чтобы меня на другой рейс перебронировали, какие есть. Но там какая-то ошибка вылезала. В общем, то есть их сайт не работает, то есть такая ошибка. В общем, конечно, это какой-то, по-моему, просто, не знаю, пиздец какой-то. То есть тут какой-то все получается древний мир какой-то. Нормальный сайт даже не работает, сделать. Думал, что так будет. Так-то вообще, да, есть люди как бы нормальные, которые помогают. Не все не такие, там, козлы, короче, людей не разумные. Например, я попросил меня на рейс зарегистрировать, сменить рейс, то отменили на этот, короче, лечу мужика, который там все рубил. Хотел раз меня бесплатно садил на рейс, не стал с чего деньги брать.
помог, в общем, нет, молодец. Ну и так, люди как бы встречаются, когда помогают просто, человек бесплатно, ничего не надо, ничего не просит, просто реально помогают. Примерно, когда ехал визу продлевать на остановке автобусных, Винка вот, в общем, помогла мне до самого близкого офиса добраться, я не знал, что там есть в офисе, можно визу продлить. Потом сегодня вот как бы из аэропорта ехал, уже когда себя список унес и своими сумками в отеле, чтобы потом поехать уже все видать, пробовать. В автобусе я вот встретил уже филиппинка, ко мне сама с ней стала с ним разговаривать. Сказал, что еще завтра можно как-то там в Манилу улететь. Сибу Пасифик еще улетает в Манилу, и как-то можно улететь, в общем. В общем, пытался тоже помочь. Так что на самом деле люди помогают. Уже не так все плохо. Интересно, конечно, что прилетит из России, так сказать, чтобы русских забирать, потому что русских до хрена осталось. Многие хотят уехать. Хотя некоторые есть, которые какое-то количество, не знаю, уже процентов 10, которые уже не хотят уезжать. В смысле, интересно, сколько будет бабла просить. Потому что там вроде говорят, что будет чартер. Любой чартерный рейс, посольство говорит, да, любой чартерный рейс, да, за него бабки, известно сколько. Скоро выясним, я как бы это сделаю видос, расскажу сколько. Либо будет какой-то рейс МЧС, бесплатный, там я не знаю, если там сиденье вообще, и там вообще все как-то будет на полу сидеть, лежать. Я походу в таком бизнес-классе лечу, можно сказать. Сейчас стриму на часик. До Бангкока часик остался на обеде. Сейчас, короче, посплю немножко. Вот он вот так вот уже. Улегся я, короче. Повезло мне место до хрена. Ну вот все, в Бангкоке. Ощущение, полет прошел вообще это совсем легко. Вот посмотрим, что здесь будет, доебываться что-то или нет. Там тут подсвечивается красиво. Посмотрим, что сейчас будет. Вирусом гриппом. Бангкокский знаменитый эскалатор. Аэропортовый. Короче, пока все как-то, блин, по-старому, в принципе. Ничего особенного не замечено. Идем дальше. Ну все, я в Таиланде, вошел в Таиланд, все без проблем. Только надо было приложение скачать на телефон и там заполнить то же самое, что в миграционной карте, и дополнительно типа про здоровье свое, как-то там что, есть ли это симптомы эти или нет. И все. Ну и свой паспорт туда, скан паспорта вставить, сфоткать свой паспорт, вот, и телефон свой, в общем, все. Это фигня. Чего особенного. Теперь надо багаж найти.